Привет, это очередной апдейт по игре. Сегодня хочу рассказать, что сделано за последние дни. Сделано, как обычно, немного, но все же кое-что есть. Первое, это была исправлена ошибка, из-за которой рэгдоллы вели себя достаточно непредсказуемо, и в них добавлялись ненужные какие-то импульсы. Из-за этого персонаж, когда умирал, дергался, враги, когда умирали, дергались, долго искал, в чем проблема, но в итоге удалось это все починить, и теперь рэгдоллы ведут себя как положено. Также была добавлена возможность ставить игру на паузу, но при этом ставится на паузу вся физика в игре по нажатию на Escape, но возможность вращать камерой остается. Из-за этого можно делать достаточно веселые вещи, там оглядываться, смотреть на уровень, смотреть, как выглядят застывшие частицы. Мне кажется, это довольно забавно. Также в основном ради веселья была добавлена генерация имен врагов и добавление их в консоль после смерти. То есть можно в консоли увидеть, какого именно врага игрок победил. Сам генератор написан очень быстро, имена врагов никак не отражают их сути, это просто рандомные наборы существительных и прилагательных, например, горелый воин из затопленных земель или что-нибудь в этом духе, но довольно весело, особенно когда убиваешь сразу много врагов, консоль заполняется всеми этими именами, и это довольно забавно. Также было исправлено довольно много мелких раздражающих ошибок и чуть-чуть наведен порядок в проекте, но визуально на игровом процессе это никак не отражается. Вот то, что есть на данный момент. Я потихоньку продолжаю разработку, постараюсь выпускать апдейты регулярно. Если вам это видео показалось интересным, то, пожалуйста, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Это лайв-канал, здесь в основном проходят стримы и вот такие вот несложные видео я стараюсь сюда выкладывать. Также у меня есть второй канал, на котором я особо не умничаю, он про игры, ретро-игры и разработку игр. Если вам интересно, то подпишитесь тоже и на него. А на этом у меня все, до новых встреч, пока!